Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео интересная программа. Итак, настройка панели задач 10 винды в программе Taskbar X. По умолчанию панель задач Windows 10 предоставляет пользователю некоторые возможности настройки оформления, такие как мелкие или большие значки, выбор цвета и некоторые другие задачи. Однако в некоторых случаях этого может оказаться недостаточно. Например, частый вопрос наших зрителей – как разместить значки по центру или сделать панель задач прозрачной. Бывают и другие задачи. Одна из простых бесплатных программ, позволяющая сделать это – программа Taskbar X. Ранее она называлась Falcon X. Итак, в этом небольшом видео мы подробно расскажем о возможностях настройки оформления панели задач в программе Taskbar X, доступных функциях и особенностях использования программы. Итак, поехали! Итак, представляем программу Taskbar X. Загрузка и установка. Программа Taskbar X доступна в магазине Microsoft Store, но является платной. Однако, если использовать официальный сайт разработчика, можно будет ссылочку скопировать в описании под нашим видео, мы можем скачать программу в виде zip-архива, то есть portable-версию, полностью бесплатно. Итак, портативная версия программы не требует какой-либо установки на компьютере. Достаточно распаковать архив с файлами программы в удобное вам расположение на компьютере и приступить к использованию. Итак, мы плавно переходим к рассмотрению следующего вопроса – использование Taskbar X для изменения оформления панели задач. В папке с распакованной программой вы найдете два основных исполняемых файла – Taskbar X, запускающий саму программу, и Taskbar X Configuration для настройки того, как именно будут выглядеть ваша панель задач. Итак, для того, чтобы приступить, достаточно запустить Taskbar X. При этом значки на панели задач будут расположены по центру, между крайними левыми системными элементами панели задач и значками в трее Windows 10. После этого надо нам запустить Taskbar X Configuration для того, чтобы настроить оформление. Итак, доступные настройки в программе конфигураторе. Для того, чтобы увидеть эффект от сделанных изменений, достаточно нажать кнопку Apply. Итак, первое – Style. Это стиль оформления панели задач. Здесь можно включить прозрачную панель задач, выбрать другие варианты оформления – градиент, полупрозрачная, с размытием фона. Здесь же можно задать параметры цвета и уровень прозрачности панели задач. Не применяйте для выбора пункта Transparent с полностью прозрачной панелью задач. Отметка Switch Back to Default on Maximized Windows включает стандартный вид панели при разворачивании окна на весь экран. Следующая интересная настройка – Animation. Это стиль и время анимации при появлении новых значков в панели задач или при запуске какой-либо программы. Тоже интересно. Следующая интересная настройка – Position. Это сдвиг значков панели задач относительно автоматически рассчитанного центра. Под Primary Taskbar здесь понимается панель задач на первом мониторе, под Secondary на втором и так далее. Пункт Skip Resolution позволяет отключить размещение значков по центру для выбранного разрешения экрана. Здесь же можно полностью отключить размещение значков по центру. Пункт Don't Center Taskbar. Следующая настройка – Task Schedule. Нажав кнопку Create на этом экране, вы создадите задание планировщика задания Windows 10, который будет автоматически запускать программу Taskbar X при входе в систему. Тоже нужно. Ну и пятый пункт настроек – Extra. Это дополнительные настройки. Они позволяют включить размещение по центру только для одного монитора, скрыть область уведомлений и кнопку «Пуск» на панели задач, включить отображение иконки Taskbar X в области уведомлений. Вот, например, пункт «Pause Loper when full screen up is running» отключает перерисовку панели задач в полноэкранных программах. Может быть полезно в играх, если панель задач появляется поверх игры.
Для того, чтобы убрать другие элементы панели задач, не отображенные в разделе «Экстра», например, поиск или кнопку предоставления задач, используйте системные средства. Просто нажмите правой кнопкой мыши по элементу, отключите отображение ненужной кнопки или строки поиска. Вот как-то так. На данном вот скриншоте это вот пример результата после использования Taskbar X и средств системы для настройки панели задач. Довольно-таки интересный вид. Ну и по окончании нашего видео скажу следующее. Разобраться с этой программой сравнительно несложно, а работает это не только для панели задач, размещенной внизу экрана, но и для других ее расположений. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт remotka.pro. Я думаю, данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно.